Связист ТВ. Узнай новости первым. Не выходим на улицу уже целую неделю, жаловалась семейная пара в интервью нашей программе еще в июле. Теперь срок их заточения на 6-м этаже в собственной квартире может продлиться на 2 или 3 месяца. Купали квартиру для своих удобств. А получается, что как мы стали заложниками. Лифты в этом доме не работают почти 3 недели. Очередная проверка обнаружила, что детали подъемника в лифте, лебедки, не оригинальные, и его остановили. Все это время управляющая компания пыталась получить у застройщика технические паспорта на лифты от завода-изготовителя. В итоге стороны встретились в зале суда, и только там решили, что можно договориться мирно. Срок нам дали на заключение мирового соглашения до 27 сентября, то есть 27 сентября, если мы подписываем это мировое, оно будет утверждено судом. Вот. Но со своей стороны управляющая компания попросила застройщика подойти к этому вопросу более в ускоренных темпах, чтобы Нижегородская лифтовая компания, которая будет заменять это оборудование, чтобы они смогли заказать эти лебедки в Болгарии, потому что срок их поставки они озвучивают 2-3 месяца. Но вот с межстройкомплексом мы проговорили, что мы до 14 августа готовы проработать этот документ и его подписать. В лучшем случае заключение о безопасности лифтов управляющая компания получит в октябре, а до тех пор жителям придется подниматься по лестницам. Для Сергея и Веры это непреодолимое препятствие. Сейчас они выезжают на прогулку 1 раз в неделю. Им помогают жители Кстова. За коляски берут. Прямо за коляски и несут. Нас люди спускают. Соседи от дома, из другого, напротив дома, как ВКонтакте пишет общий клик, и все собираются, по 6-8 мужиков собираются и нас таскают прямо с колясками. Раз в 2 дня продукты семейной паре приносят соседи, по выходным родители. В соцзащиту Сергей обращаться не хочет. Ну, сколько раз не обращались там, ну, конечно, по другим вопросам, там дохлый номер. Мириться с таким положением Сергей и Вера не намерены и сейчас в поисках юриста, чтобы подать заявление в суд. Ирина Флягина, Андрей Ерастов, Связист ТВ.